little, but it's okay. So, can you less? Yes. Yeah, less is good. Okay. Some cartels. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Kunja Vihari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Janavada Girivar Dhahari Hare Girivar Yasur Nandan Bhaja Dhananda Yasur Nandan Bhaja Dhananda Yasur Jumna Tira Hava Chahi Dhamu Tira Jamuna Tira Hava Chahi Dhamu Tira Hare Radha Madhava Kunja Vihari Kunja Vihari Madhava Kunja Vihari Jai Gopi Jana Vallabha Giri Hare Kahaviye Jai Jai Gopi Jana Vallabha Giri Hare Kahaviye Jai Gopi Giri Hare Yasur Nandan Bhaja Dhananda Yasur Nandan Bhaja Dhananda Yasur Nandan Bhaja Dhananda Jumna Thira Hare Shahari Jam Jumna Thira Hare Shahari Jam Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. Good morning. Всем доброе утро. Доброе утро? Окей, доброе утро. Добро. Яко добро? Окей.
Srimad Bhagavatam, third canto, chapter 29, explanation of devotional service. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. This is text number 8. Abhisadaya yohim sam. Abhisadaya yohim sam. Dhamma matsaryam eva va. Samrabi binadrig bhavam. Mayi kuryat satamasaha. Abhisadaya yohim sam. Dhamma matsaryam eva va. Samrambi binadrig bhavam. Mayi kuryat satamasaha. Abhisandaya yohim sam. Dhamma matsaryam eva va. Samrambi binadrig bhavam. Maya kuryat satamasaha. Ladies. Abhisadaya. Принимая во внимание. Я. Yeah. Тот, кто. Him sam. Насилие. Дамбам. Гордость. Матсарьям. Зависть. Эва. Поистине. Ва. Или. Сарамби. Злой. Бина. Отдельное. Дрик. Чье видение. Бавам. Преданным служением. Мои. Мне. Курят. Может заниматься. Са. Он. Тамсаха. В гуне невежества. Translation: devotional service executed by a person who is envious, proud, violent, and angry, who is a separatist, is considered to be in the mode of darkness. Перевод. Это третья песня, 29 глава, 8 стих. Преданное служение того, кто завистлив, горд, агрессивен, зол и проявляет задатки индивидуалиста, называют преданным служением в гуне невежества.
Комментарий. Во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам говорилось, что высшая и самая чистая религия – это беспричинное, ничем не мотивированное преданное служение. Единственным мотивом человека, занятого чистым преданным служением, является желание доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Это в сущности не мотив, а чистое состояние живого существа. Обусловленный человек, занимаясь преданным служением, должен неукоснительно следовать всем наставлениям истинного духовного учителя. Духовный учитель является полномочным представителем Верховного Господа, ибо он получает указания Господа и без искажений передает их по цепи ученической преемственности, парампаре. В Бхагавад-гите сказано, что содержащееся в ней знание должно быть получено по парампаре, в противном случае оно будет искажено. Чистое преданное служение начинается тогда, когда человек принимает истинного духовного учителя и под его руководством занимается преданным служением, движимый желанием удовлетворить Господа. Но когда целью человека является удовлетворение собственных чувств, его преданное служение принимает иные формы. Такой человек нередко агрессивен, горд, завистлив и ставит свои интересы выше интересов Господа. Тот, кто хочет служить Верховному Господу, но при этом гордится собой, завидует другим людям или враждебно относится к ним, действует движимый гневом. Такой человек обычно считает себя самым лучшим преданным. Такого рода преданное служение не является чистым. Это низшая форма преданного служения – тамасаха. Шрила Вишна Чакраварти Такур советует избегать общения с вайшнавами дурного нрава. Вайшнавам называют любого, для кого Верховная Личность Бога является высшей целью жизни. Однако того, кто еще не очистился и продолжает преследовать какие-то корыстные цели, нельзя считать вайшнавом первого класса, обладающим всеми возвышенными качествами. Такому вайшнаву можно оказывать почтение, так как он считает Верховного Господа высшей целью своей жизни. Но поскольку он находится в гуне невежества, с ним не следует поддерживать близкие отношения. Ом агьян тимирандасья гьяна джана салакая чаксу унмилитам йена тасмай шри гурве намаха шри чайтанья манобистам стаптитам йена бутале свайам рупа кадаммайам дадати свам падантика джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхар сивасади гор бхактивид Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So in this section of the Bhagavatam, we're hearing how devotional service may manifest itself in different modes or different ways. Итак, в этом разделе Шримад Бхагаватам мы слышим о том, как преданное служение может, может проявлять себя разными путями и в разных гунах материальной природы. Когда мы говорим о преданном служении, мы подразумеваем, что говорится о чистом преданном служении. It's the natural constitutional position of every living entity to render loving service to the Supreme Personality of Godhead. For the pleasure of the Lord. Естественным состоянием каждого живого существа является совершать чистое преданное служение, любовное преданное служение ради удовлетворения Господа. That is the complete and actual definition of devotional service. Это полное и настоящее определение преданного служения. But when one executes devotional service with personal motivations, that devotional service becomes appears in a different way. Но когда человек имеет какие-то корыстные мотивы при этом служении, то тогда оно проявляется по-разному. It becomes adulterated. Оно начинает оскверняться. It's just like air. Подобно воздуху. When air is pure. А воздух чист. But when it passes through different places, it may pick up particular type of odor according to that place. Но когда он проходит через различные места, то он может взять с собой аромат, которым присущ этому месту. So the air appears to have an odor or a fragrance according to where it's at. И может показаться, что воздух он имеет запах или аромат в соответствии с тем, откуда он пришел. Devotional service is pure. Преданное служение чисто. That's the actual understanding. Это настоящее понимание. But personal motivations
make it something different. Но личные мотивы могут его превратить во что-то другое. It's being explained here. И здесь именно это объясняется. A personal motivation as being explained here is of the lowest form of devotional service. Здесь говорится, что личные какие-то мотивы — это низшая форма преданного служения. Actually, to use the word devotional service is really just a way to explain a person who is executing activities that appear to be devotional service, but are not really devotional service. На самом деле, преданное служение подразумевает человека, который занимается деятельностью в преданном служении, но это еще не является настоящим преданным служением. Because devotional service is pure. Потому что преданное служение чисто. But to give some explanation of people who attempt the process but add their own, what we say, wrong consciousness or wrong motivations to the process, we get something different, just for the sake of explanation. Но для того, чтобы просто объяснить, то мы говорим, привозим примеры людей, которые вроде бы как бы занимаются преданным служением, но на самом деле имеют при этом какие-то свои корыстные мотивы. You might say there's something there. Мы можем сказать, что что-то в этом есть. Because Krishna somehow is somewhere in there. Потому что каким-то образом Кришна там присутствует. But it's hard to see that. Но его там трудно рассмотреть. Because personal motivations seem to obscure the whole process. Потому что личные мотивы, они практически заслоняют весь процесс. As just as the pure air passing through a place where there's a lot of garbage is more like the smell of garbage. Как чистый воздух, он проходит над местом, которое полон разной грязи, и он наполняется ароматом, запахом этой грязи. Here are some of the characteristics that are describing those types of, you know, activities. И вот здесь вот описываются именно эти вот эти вот виды деятельности, которые могут произойти. It's done for me. Это для нас. I am the center. Я в центре. And everything goes around me. И все крутится вокруг меня. It's the same consciousness of the, as the materialist. Это то же самое сознание, которым обладают материалисты. The materialist is a person who sees himself. He sees the world as his object of enjoyment, exploitation or control. Материалист — это человек, который видит окружающий его мир как объекты контроля, эксплуатации и наслаждения. He sees himself as the center. И видит себя самого в центре. Or a little bit more his family members. Ну, немножечко туда, иногда включает туда своих членов семьи. So a person who is executing devotional service and who is exhibiting these characteristics or sees himself as the center. И люди, которые занимаются преданным служением, мы видим, что вот им присущи вот эти качества, они ставят самих себя в центр. And Krishna is there, and the devotees are there, but they're to fulfill my desires. И вот в этом всем есть Кришна, есть преданные, но они ради того, чтобы исполнить мои собственные желания. And when my desires are not filled, then I become angry. И когда мои желания не исполняются, я начинаю гневаться. I become unhappy when someone is better than me. Я несчастен, когда кто-то лучше меня. And if I do something that's good, I become proud. И как только я сделаю что-то хорошее, я начинаю этим гордиться. And if things really get disturbing, then I want to fight. И когда все слишком сильно начинает меня беспокоить, я хочу просто уйти. And if I don't really like, я хочу просто, я готов даже подраться с человеком. And if I really don't like anything, then I just remove myself and do my own thing. И когда мне вообще все перестает нравиться, то я просто от этого отстраняюсь. So one should note these characteristics and qualities and be very careful to avoid them. И мы должны знать все эти признаки и все эти действия, виды деятельности и очень тщательно избегать их. When a devotee sees another devotee doing well in devotional service, когда преданный видит то, что другой преданный хорошо практикует преданное служение, он начинает радоваться. Он вдохновляется этим человеком. И он хочет улучшить свое собственное преданное служение. Rather than feeling unhappy. Вместо того, чтобы испытывать несчастье. You see in the material world, when people have the same occupation or the same activities, if someone's better than the other,
They become envious or proud, and even sometimes try to destroy the person. Так мы видим в материальном мире, что если люди занимаются одной и той же деятельностью, и они видят, что кто-то становится лучше, чем они, то они начинают, они несчастны от этого, они даже готовы помешать деятельности этого человека. The competitive spirit. Это дух соперничества. But competing for one's own gain. Но они спорят ради своих собственных каких-то достижений. Devotees also compete. Преданные тоже соперничают, но ради того, чтобы доставить удовольствие Кришне, чтобы продвигать преданное служение. Прабхупада объясняет, как гопи в Вриндаване, когда они видят одну гопи, служащую Кришне так хорошо, они думают, о, она делает так хорошо, я хочу делать так же. Как еще Прабхупада объясняет, что когда гопи, они видят, что одна из гопи, она очень хорошо послужила Кришне, они говорят, о, она так хорошо послужила, я еще лучше буду Кришне служить. Not so I become better than her, but не, I simply want to give more pleasure to Krishna. Не то, что я стану лучше, чем она, но я больше доставлю удовольствие Кришне. So the competitive spirit is there. Итак, дух соперничества есть. But Krishna's, if it's only for Krishna's pleasure. Но это все ради удовлетворения Кришны. Or for the pleasure of the devotees. Или преданных Кришны. But here we're hearing about a person who was just the opposite. Но здесь мы слышим о людях, которые полностью противоположны этому. Competes so they get some recognition. Они соперничают, чтобы обрести признание. Some position. Занять положение. Some material remuneration. Обрести какое-то материальное вознаграждение. Something. Что-то. And then there is competition. И тогда начинается соперничество. When His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada met His spiritual master in 1936 at Radhakund. Когда Его Божественная Милость Ача Бхактивиданта Свами Шри Прабхупада встретил своего духовного учителя в 1936 году на Радхакунде. Bhaktisiddhanta Saraswati was feeling quite distressed. Бхактисиддханта Сарасвати, он был очень обеспокоен. They had gotten a beautiful building in Calcutta called Bagh Bazar. Yeah. У них они только недавно получили очень замечательное здание в Калькутте, на месте называемом под названием Bagh Bazar. And devotees were fighting over the rooms. И преданные они сражались за комнаты в этом здании. This is my room. No, you can't have this room. I deserve this room. Это моя комната. Ты не можешь здесь жить. Я заслужил эту комнату. Before they were living quite simply. До этого они жили очень просто. But when this building came, all of a sudden a type of competition came with it. Но как только появилось это здание, вместе с ним пришло и все это соперничество. Bhaktisiddhanta Saraswati said to Prabhupada, "There's fire in the moth." И Прабхупада, он Бхактисиддханта Сарасвати сказал еще Прабхупаде, что в Матхе начался пожар. Internal dissension. Внутреннее несогласие. Krishna devoured the fire, forest fire. We know that pastime. Вы знаете эту игру, где Кришна проглотил лесной пожар, да? That pastime indicates tension between devotees. Эта игра, она означает вот эти все какие-то трения между преданными. And which causes so much problems and frictions. Которые могут приводить к очень многим проблемам и каким-то трудностям. Groups and ideas. Мы создаем какие-то отдельных группы со своими идеями. So Bhaktisiddhanta Saraswati saw that what he had took years to build was now being destroyed quickly by this internal conflict. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он увидел то, что все то, что он строил в течение многих лет, сейчас оно разрушается из-за этого внутреннего конфликта. So he said to our Srila Prabhupada, if you ever get money, just print books. И поэтому он сказал нашему Шриле Прабхупаде, если у тебя когда-то появятся деньги, просто печатай книги. Печатай книги и распространяй книги. And this will be a great credit. Because it will bring Krishna consciousness to the world fast. Таким образом, ты получишь очень большие заслуги, потому что ты сознание Кришны будет быстрее распространяться. And Prabhupada took up that with great enthusiasm. И Прабхупада принял это наставление с огромным энтузиазмом. And we see how much book distribution has changed the face of the world. И мы видим, насколько распространение книг изменило настроение в мире. I think many of you came by book distribution. Я думаю, что многие из вас пришли в сознание Кришны благодаря распространению книг. Поднимите руки, кто? Maybe mostly by prasadam. Скорее всего, здесь, наверное, из-за прасада. But anyway, if we get prasadam, then we read the book anyway.
Ну, так или иначе, если мы получаем просад, мы начинаем читать книги. Yeah, so either way it's fine. But books are always there to give us direction and give us a clear understanding of the process of devotional service. Как бы то ни было, все хорошо, лишь бы мы получили правильное направление и правильное понимание о том, что такое чистое преданное служение. So и преданный должен быть всегда быть смиренным. What is humility? This is what I was asked to speak about. И что такое смирение? Мне попросили об этом поговорить. Humility means humility is more than just an external appearance of activities. It's a consciousness when one realizes I'm small and Krishna's great. Смирение — это не просто какие-то внешние действия, это настроение, когда человек понимает, по-настоящему понимает, что я маленький, а Кришна великий. I'm servant and Krishna's the master. Я слуга, а Кришна господин. And I want to please Krishna. Я хочу доставить удовольствие Кришне. Because if I please Krishna, I'll be happy. Потому что если Кришне доставлю удовольствие, я буду счастлив, я буду в сознании Кришны. So how do I please Krishna? Итак, как мне порадовать Кришну? There's many ways to please Krishna. Есть много способов того, как это сделать. What's the best way? Ну, какой самый лучший способ? To please his devotees. Доставить удовольствие его преданным. So one who tries to please his devotees will actually becomes humble. И человек, который пытается доставить удовольствие преданным, по-настоящему становится смиренным. It's not easy to please the devotees sometimes. Это иногда не так-то просто. But we should think, what is that way to please the devotees? Но мы должны думать о том, как я могу доставить удовольствие преданным. To inspire devotees in a devotional service. Как я могу вдохновить преданных в преданном служении? Как быть добрым по отношению к ним? Time to go out of our way to help other devotees in their devotional service. Как пожертвовать какими-то своими интересами ради того, чтобы помочь преданным в их преданном служении? And then one is starting to understand that my position is servant. И когда человек начинает понимать, что мое положение — это положение слуги, and that helps to develop the quality of humility. Тогда это помогает нам развить качество смирения. Not who one who serves for some personal gain. Не так, что человек, он служит ради каких-то личных целей. It's amazing when you think about it, because actually, by acting again, not trying to get personal gain, you get complete personal gain. Это очень интересно. Подумайте об этом. Как только вы перестаете думать о том, чтобы обрести какие-то достижения своих личных целей, к вам все приходит. It's like Prahlad Maharaj says. He says, if you want to be happy, как Прохлада Махарадж, он говорит, he says, do one thing. Если вы хотите быть счастливы, сделайте одну вещь. Don't try to be happy. Не стремитесь к тому, чтобы быть счастливым. Can you put a big sign outside on the highway? Happiness means don't try for it. Как нужно на большом таком щите на магистрали какой-то там на дороге написать это вместо той рекламы, что счастье значит не стремиться к счастью. People will think it's some kind of joke, right? Люди подумают, это какая-то шутка. But actually, happiness means to somehow or other create happiness within other people, and then you become happy. На самом деле, счастье значит то, что вы радуете других людей, и тогда вы тоже становитесь счастливы. By trying to please Krishna and by pleasing Krishna's devotees, we gain the most. Если вы стараетесь доставить удовольствие Кришне и его преданным, вы получаете самое лучшее. When here you, the opposite is this. A person thinks, well, I'm going to be proud, I'm going to be better than others, and if they get in my way, I'll even punch him. Но здесь полная противоположность этому настроению. Человек говорит, что если я хочу быть счастлив, я хочу быть великим, и если кто-то станет на моем пути, я готов его побить. He's acting against his own best interest. И тем самым он действует вопреки своим собственным интересам, собственному благу. So personal material interests are actually ways to become unhappy. И следовать своим личным интересам — это прямая дорога к тому, чтобы быть несчастным. And when one tries to please others, one becomes happy. А когда мы стараемся доставить удовольствие другим, мы становимся счастливы. That's Krishna consciousness. Это сознание Кришны. So here we're seeing what to avoid. И здесь мы видим, чего нужно избегать. And devotees are very conscious because the process of devotional service is two things. И преданные, они такие очень разумные, сознающие, потому что преданное служение — это две вещи.
Be careful to do what is right and be careful not to do what is wrong. Тщательно делать то, что делать правильные вещи и тщательно избегать неправильных вещей. And therefore the mood of service brings about the mood of happiness. И поэтому настроение служения приносит привносит счастье в вашу жизнь. So avoid these other bad qualities. Итак, избегайте этих плохих качеств. But if I get angry, what do I do? Но если я разгневаюсь, что мне делать? How do you stop anger? Как остановить It's гнев? A really powerful force, isn't it? Это очень могущественная сила, не правда ли? What is anger, anyway? Что собой вообще представляет гнев? What is the definition of anger? Каково определение гнева? Unfulfilled desires. Неисполненные желания. When desires are unfulfilled, one becomes unhappy, and if they continue like that, one becomes angry. Если желания не исполняются, мы несчастны, и если это продолжается долгое время, человек начинает гневаться. Or if we don't become angry, we become, you know, we become a, here separate. We move away. И если мы не гневаемся, тогда мы просто начинаем как-то отходить. I can't become happy with devotees, so I'll become happy outside. Мы ходим в другое место, считая, что если не могу быть счастлив с преданными, то я найду других людей. It's a way to somehow or other create a second problem by trying to solve the first problem. Таким образом, пытаясь решить одну проблему, мы создаем себе еще одну проблему. See the connection? The more you use problems to solve problems, you get more problems. Чем видите эту связь, чем больше вы используете проблемы для того, чтобы решить проблемы, тем больше, чем хуже становится. So, a devotee practice how to become a humble servant. И преданный, он практикует, он учится тому, как стать смиренным слугой. Humility is actually is the nature of the soul. Смирение, на самом деле, это качество души. And how to always be humble. И как всегда быть смиренным. Difficult. Это сложно. Especially if you do something that is noteworthy, outstanding, people say jai. How do you remain humble when you get praise, when you get honor, when you get some distinction? В особенности сложно быть смиренным, когда вы сделали что-то выдающееся, когда люди вас прославляют. Как оставаться смиренными и не стремиться, чтобы вас почитали, чтобы как-то вас уважали? The things that bring about pride, you get when you do something outstanding, right? И естественным образом, если вы сделали что-то такое выдающееся, это может вызвать гнев, гордость. И даже если никто вас не прославляет, все равно вы внутри чувствуете, только посмотрите, что я сделал. But the devotee knows that these things are simply the mercy of the Lord. Но преданный понимает то, что на самом деле все это просто милость Господа. The mercy of the Lord makes everything wonderful. Милость Господа делает все удивительным образом. Prabhupada, someone asked Prabhupada. Кто-то спросил Прабхупаду. Lord Chaitanya spread Krishna consciousness all over India. Why didn't he take it all around the world? He was God. He could have did it easy. Как кто-то спросил Прабхупаду, вот, Господь Чайтанья распространил сознание Кришны по всей Индии. Почему он не распространил по всему миру? Он же Бог. Кто мог ему помешать в этом? He left it, Prabhupada said, he left it for me. И Прабхупада сказал, что он оставил это для меня. Jai, Shishi, Gornitai, Ki, Jai. Prabhupada said he left it for me to do. Да, Прабхупада сказал, что Господь Чайтанья оставил это, чтобы я это сделал для меня. God does everything. И Бог может сделать все. But he allows his devotee to serve him, and then when the devotee does something wonderful, Krishna says, "You did it. You get the credit." И Господь может все сам сделать, но когда он дает возможность преданному это сделать, и когда преданный делает какие-то удивительные вещи, Кришна говорит, он это сделал. The Lord's temple is not in good shape. Храм Господа не в хорошем форме, состоянии. Там что-то поломалось. So the Lord appears in a dream of his devotee and says, "Fix my temple." И Господь приходит во сне к своему преданному и говорит, почини мой храм. And the devotee makes all the arrangements, the temple gets fixed, and the devotee gets the credit. И преданный делает все, что надо, он чинит храм и получает заслуги от этого. So the point is that Krishna is actually doing everything through his devotee. И смысл в том, что на самом деле Господь делает все через посредство своих преданных. He, as Krishna says in Bhagavad Gita, I am the ability in everyone.
как Кришна говорит в Бхагавад-гите, «Я талант в каждом, способность что-то делать в каждом». И Кришна может дать вам эти способности, а может и забрать их у вас. Есть одна история в Махабхарате описана. История Карны. Вы все знаете, кто такой Карна, да? Это был очень могучий воин. Now, Karna was actually the son of Kunti, but he wasn't aware of that. На самом деле Карна был сыном Кунти, но он сам об этом не знал. And actually, he grew up in a Sudra family. И на самом деле он вырос в семье Шудры. So actually, he was actually a Sudra. И поэтому технически он был Шудрой. But he was performing activities of a Brahmin. Но он занимался деятельностью брахмана. So he approached Parasuram, the great Parasuram. И он обратился к великому Парашураме, and to learn more military fighting. Чтобы научиться у него еще больше воинскому искусству. And Parasuram didn't like kshatriyas. А Парашураме очень не нравились кшатрии. So Karna knew that, so he lied to Parasuram, saying he was a brahmana. И Карна об этом знал, и он обманул Парашураму, сказав, что он брахман. Пожалуйста, научи меня воинскому искусству. И поэтому Парашурама стал ему гуру воинского искусства. И вот описывается, что там была одна история, когда Парашурама, вот он сидел, и Карна, он очень хорошо так массировал его стопы. И Парашурама, он такой расслабился, он начал засыпать. И так это все продолжалось, в течение какого-то времени Карна массировал своего гуру, тот спал. Но когда это все происходило, появилось одно очень такое ядовитое насекомое. И оно село прямо на тело Карны. И начало кусать его. Really и по-настоящему вгрызаться now, туда. He was thinking, I can't stop my massaging to my guru, so he just tolerated the insect. И он сказал, что ну как я могу остановить массаж моему гуру? Он терпел то, что вытворяло это насекомое. And it was painful. Это было больно для него. И в какой-то момент времени это насекомое, оно прогрызло его кожу, и оттуда брызнула кровь. Эта кровь, она брызнула прямо на Парашураму. Парашурам проснулся. И он посмотрел, что это такое? И что это, ты брахмана? Как это возможно, что ты мог толерировать такую боль? Как это возможно, что ты мог терпеть такую боль? You're not a brahmana. Ты не брахмана. You're a kshatriya. Ты кшатрия. You lied to me. Ты обманул меня. Therefore I curse you. Поэтому я тебя проклинаю. When you need those mantras that I taught you, you will forget. Когда тебе понадобятся те мантры, которым я тебя научил, so ты их забудешь. On the battlefield fighting with Arjun, when he tried to remember the mantras to call the weapons in order to fight against Arjun, couldn't remember the mantras. И вот когда Карна, он сражался на поле битвы с Арджуной, и ему нужны были эти мантры, чтобы атаковать Арджуну, он не смог их, он забыл их, не смог их применить. And because he forgot, he was killed. И так как он забыл эти мантры, он был убит, его убили. And even more powerful than Arjun, because he was cursed by his martial guru Parasuram, he was defeated. И хотя Карна, он был равен Арджуне, даже превосходил его в воинском искусстве, но так как он был проклят Парашурамой, его убили. So, the point is that he was cursed to forget. Другими словами, его главное, что это его прокляли, чтобы он забыл все. And Krishna says in the Bhagavad-gita, "Sarvashyajaham riddhisthanivisto matat smritir gyanam apohanam cha." Knowledge, remembrance, and forgetfulness. It's coming from me. Как Кришна говорит в этом стихе из Бхагавад-гиты, то, что знание, память и забвение приходит от меня. Krishna wants you to remember something? No problem. Если Кришна хочет, чтобы вы что-то запомнили, никаких проблем. And if Krishna wants you to forget something, you can't do anything. Если Кришна хочет, чтобы вы что-то забыли, вы ничего не сможете с этим поделать. Krishna turns it on and off. Кришна может это все вот так вот крутить, как он захочет. So a devotee who is proud,
И когда преданный начинает гордиться, он забывает свое положение. Он действует неправильным образом. И поэтому все, что бы он ни делал, будет неправильно. Один плюс один — это три. In other words, as soon as you begin in the wrong way, everything else you do is wrong. Другими словами, как только вы начинаете неправильным образом, все остальное уже неправильно. And when you begin in the right way, everything you do is right. А когда вы начинаете правильным образом, все остальное будет правильно. So what's the point? И вот в чем суть? So by executing devotional service in the humble way, everything becomes wrong, right. Да. И в том, что когда мы начинаем совершать преданное служение в смиренном настроении, то все остальное будет правильно. А когда вы начнете все в гордом состоянии, то все будет плохо. Кришна это не принимает. Поэтому мы вот все эти вещи должны очень тщательным образом избегать. And to others. Преданный должен всегда отдавать заслуги Кришне и другим. Devotee is happy simply by the opportunity to serve. Преданный счастлив просто потому, что ему выпадает возможность служить. And when he sees Krishna's happy, when the devotees are happy, he's happy. И когда он видит то, что Кришна счастлив, преданный счастлив, он тоже счастлив. So that's the point. Try to serve. To make others happy, that is the process of humility. В этом суть, процесс смирения, значит, стараться действовать так, чтобы другие были счастливы. And automatically, you become happy. И автоматически вы тоже будете счастливы. So we should very carefully avoid these bad qualities. И мы должны тщательным образом избегать этих плохих качеств. When we see them, и когда we should very carefully avoid them. Когда мы их видим, мы должны тщательно их избегать. If I feel I'm becoming envious, what do I do? Если я чувствую, что я начинаю завидовать, что мне делать? Then I think of the good qualities of that person. Надо думать о хороших качествах этого человека. It says when you see a person, you may see good qualities and bad qualities side by side. Как когда вы видите человека, вы можете параллельно в нем видеть и хорошие, и плохие качества. When Daksha came into the assembly with Shiva there, Shiva has all good qualities, but he could only see bad qualities. Но Дакша, когда он вошел в собрание, в котором находился Господь Шива, у Шивы были только хорошие качества, но Дакша увидел в нем только плохое. Shiva didn't have any bad qualities. У Шивы не было вообще никаких плохих качеств. But because Daksha was so proud, he was, and because he didn't get the respect that he was expecting, he found bad qualities in somebody who didn't have bad qualities. Но поскольку Дакша был очень горд, и поскольку он не получил те вещи, которые он считал, что он заслужил, то уважение, то он нашел плохие качества там, где их даже не было в помине. And then he started to criticize Shiva. Он начал критиковать Господа Шиву. And Shiva had, he's a Mahajan, he's a great soul. He acts a little differently, but those qualities are his characteristics in order to serve the Lord. А Господь Шива — это Махаджан, это великая душа, и хотя внешне может показаться, что он действует так неадекватно, но он действует, делает это ради того, чтобы доставить удовольствие Господу. So that's the lowest. И это вот низшее состояние. To see bad qualities when there is no bad quality. Видеть плохие качества там, где их нет и в помине. A little higher than that is to see good qualities and bad qualities side by side. Немножко выше этого — это видеть и хорошие, и плохие качества параллельно. And forget the bad qualities, just look at the good qualities. Забывайте о плохих качествах и видите только хорошие качества. We see bad qualities sometimes or negative activities in someone, but it's not so important. Мы видим, что кто-то проявляет какие-то плохие качества, действует неправильно, но это не так важно. Мы концентрируемся на хороших качествах. Now even a little higher than that is to see bad qualities and think they're actually good qualities. И еще выше, немножко выше этого, это видеть плохие качества и на самом деле считать, что это хорошее качество. This person is very passionate. Этот человек, он слишком страстный. But still, they're serving Krishna so nicely, so therefore it's actually a good quality. Но все равно он замечательным образом служит Кришне, поэтому на самом деле это хорошее качество. To see apparent negativity and seeing that they are actually potential good qualities. Когда человек он вот, видит плохие качества, но он понимает, что на самом деле потенциально это корень хороших качеств.
And higher than that is not to see any bad qualities, even if they are there. И еще выше этого, это когда человек не видит вообще каких-то плохих качеств, когда они есть, он видит только хорошие качества. Это чистое видение. Видеть душу. Vidya vinaya sampanne brahmani gavi hastini suni chaiva swapake cha pandita samadarshana. One who sees the soul in everything and in everyone and sees Krishna within and without actually sees. Настоящий человек, который видит, он видит Кришну везде и во всем. Он понимает то, что Кришна — это душа всех и каждого. So the antidote for negativity is positive. Поэтому противоядие против негативных качеств — это позитивные качества. Lord Chaitanya said, anyone who criticizes devotees automatically drinks poison and dies. Так Господь Чайтанья говорит, сказал о том, что каждый, кто критикует преданных, тем самым пьет яд, и от этого он умрет. But one who praises devotees drinks nectar and actually lives eternally. Но человек, который прославляет преданных, тем самым пьет нектар и благодаря этому будет жить вечно. So this is Vaishnava. Итак, это Вайшнав. Yes, we practice this as much as possible. И мы должны практиковать это, насколько это возможно. Sometimes people say, "Well, I don't feel humble." Как люди часто говорят, ну я не чувствую себя смиренным. Why should I be humble? That's artificial. I should be like I feel. И то есть я же не смиренный. Почему мне притворяться, что я смиренным? Я хочу быть самим собой. I should be like Hiranyakashipu, because I feel like him today. Так как я чувствую себя Хираньякашипу, нужно вести себя как Хираньякашипу. Or maybe even Ravana. Или же, ну по крайней мере как Равана. No, these feelings are based on the mind, not on the soul. Нет, все эти чувства, все эти настроения, они основаны на уме, не на настроении души. So the soul has all good qualities. Душа обладает всеми хорошими качествами. So to act according to good qualities is actually to act properly, because that's the real quality. И правильно действовать, значит, действовать на основе хороших качеств, потому что это правильное настроение. It doesn't matter how you feel. Не важно, что нравится вам это, не нравится, что у вас, просто действуйте. So we cultivate then that verse Trinadapi Suniche Natayori Vasahishnuna Manina Mamanadena Kirtaniyasad is a process of cultivating day by day those process, those qualities that are conducive to pure devotional service. И вот этот стих Тринадапи Суничана, в нем описывается процесс того, что мы должны культивировать те качества, которые благоприятны для преданного служения, для чистого преданного служения. Prabhupada said devotional service is simply practice. Как еще Прабхупада говорит, что преданное служение — это просто практика. Practice the way you want to be. Практиковать то, кем вы хотите стать. Because that's the way you are. Потому что это то, кем вы по-настоящему являетесь. As you practice, it comes out more and more. И чем больше вы практикуете, тем больше это проявляется. Along with the chanting of the Hare Krishna mantra. Вместе с повторением Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Any questions? Yes. Есть ли какие-то вопросы? Да, пожалуйста. То есть надо, мы не должны общаться с преданными, которые находятся в гуне невежества. Должны ли преданные в гуне невежества между собой общаться? Кто ответит на этот вопрос? Did you answer the question? Not yet. Oh, okay. No. Oh, okay. I just I have to repeat it for the translation. Oh, okay. For the recording. Sorry. So no problem. So the question is, we shouldn't associate with those who are in the mode of who manifest qualities in the mode of ignorance. But the question is, should those who are in the mode of ignorance associate between themselves? Then they stay in the mode of ignorance. they should hear from and serve great souls. That way they'll get purified. Нет, если они тогда останутся в невежестве, они должны слушать великих душ, служить великим душам, тогда они очистятся. If we're not strong and we associate with them, we also may go down.
Если мы не сильны, и мы будем общаться с такими людьми, мы можем тоже упасть. И поэтому мы рекомендуем, чтобы те люди, вот такие люди, они приходили, они общались с великими душами, служили им, и тогда они очистятся. Мы не хотим, чтобы они оставались в этом положении. I mean, if they have a desire to change, that's to their credit. Но их, как бы, возможность это в том, чтобы они хотели измениться. Now, if they don't want to change, не так, что они не хотят вообще меняться. Nothing you can do. Тогда вы ничего не сможете поделать. Then you avoid. Тогда вам нужно их избегать. Okay? Is that okay? Отвечает на вопрос? Yeah. They should have a chance to come up. Им надо дать шанс возвыситься. If they have even a small desire. Если у них есть хотя бы маленькое желание измениться. Yes. Да, пожалуйста. Sometimes devotees who spend 20, 30 years in Krishna consciousness, sometimes they appear to be a spell of illusion. So, you feel like you have to protect your own face and not associate with them. So, how to distinguish them? So the question is how to distinguish between the two? We find that a lot of times when people first come to Krishna consciousness, everything is new and so wonderful. Мы часто видим, что когда люди только приходят в сознание Кришны, для них все замечательно, все хорошо, все ново. They think every devotee is a pure devotee. Они думают, что каждый преданный — это чистый преданный. These are so beautiful. Prasadam is so wonderful. Божества такие красивые, просад такой замечательный. They actually feel like I've entered into the spiritual world. Они чувствуют, что я вот уже вошел в духовный мир. But after some time, they get familiar. Но через какое-то время они становятся такими, они привыкают к этому. Things on a material platform. И начинают смотреть все вещи на материальном уровне. That brings about this, what we say, dualistic consciousness, where although there is some lack, it's not material. Dualistic consciousness. They see duality, and therefore there appears to be some lack or some deficiency, and they take it as material. И вот тогда они видят все в двойственном таком сознании, то есть если они видят какие-то недостатки, они принимают это все на материальном уровне. So, when a devotee comes, although they appear to be exhibiting certain, they still need to go through the process of purification. И поэтому, когда преданный приходит, то хотя он может даже какой-то уровень обрести, но все равно ему приходится пройти через очищение. You know, and as they go through the process of purification, they start to see things different, and they start seeing their own contamination and contamination in others. И когда они проходят этот процесс очищения, они начинают видеть вещи по-другому. Они видят свое осквернение и осквернение в других. But they shouldn't, what we say, consider that the reality. They just continue to work on themselves and realize that I'm not a pure devotee. И они не должны считать это единственной реальностью, они должны продолжать работать над собой, и тогда они поймут, что я на самом деле не чистый преданный. When we first started Krishna consciousness in the old days, back in the early days, there was a thing we would call it
PDS. В самом начале от нашего движения, когда все только начиналось, у нас появилась такая вещь, которую мы назвали PDS. I don't know if it has the same letters in Russian, but PDS in English means pure devotional syndrome. На английском это значит синдром чистого преданного служения. I finally became a pure devotee. It only took me 6 months. Well, it's pretty good. Так здорово вообще. Всего 6 месяцев, и я уже стал чистым преданным. So then they think they're pure devotees. Люди считают себя чистыми преданными. But after 20 years, they're not. Но через 20 лет они уже не чистые преданные. So this illusion comes in sometimes like that. Иногда вот так проявляется эта иллюзия. So one should know that it's the process is a gradual process. И поэтому человек должен понимать, что процесс, значит, постепенный процесс. Generally, it's gradual for everyone. Others make faster advancement than others, but the process is generally gradual. Процесс обычно постепенный. Кто-то может быстрее прогрессировать, кто-то медленнее, но обычно это происходит постепенно. And as you go on in devotional service, you start to recognize one thing. И по мере того, как вы практикуете преданное служение, вы начинаете понимать одну вещь. And it's something you don't like. Это то, что вам не понравится. The more you make advancement, the more you realize how far you have to go. Чем больше вы прогрессируете, тем больше вы понимаете, сколько же еще вам больше надо пройти. Бхактивинода Тхакур, he's speaking from his heart, and he speaks, he's explaining his situation. Бхактивинода Тхакур, он открывает нам свое сердце, и он объясняет свое положение. What is that song? Amara jivan sare pape vrate nahi opuyere lesa. Amara jivan, my life, sare pape vrate, it is so sinful. Он говорит, Амара дживана, моя жизнь, сада папе рата, она настолько греховна. He's praying like that, and he's saying that I'm so sinful. Он молится так, он говорит, я такой грешник. He's on the platform of pure devotional service, but he's feeling the lowest. Он находится на уровне чистого преданного служения, но он чувствует себя самым падшим. So as you make advancement, you start to realize that there's more and more things to work on. И чем больше вы прогрессируете, тем больше вы понимаете, что вам нужно еще работать над столькими многими вещами. One should not get discouraged because of that. И от этого не надо отчаиваться. And a person who is practicing for 20 or 30 years appears to be an illusion. И когда человек он 20-30 лет практикует, кажется, как будто бы он в иллюзии. That means they may have stopped trying hard. Это может continue their process. Это может означать, что он перестал прилагать серьезные усилия, чтобы продолжать процесс. They're not making the proper endeavor, therefore they're going down again. И так как он не прилагает правильные усилия, теперь он начинает деградировать. See, devotional service works in such a way as if you're not going up, you're going down. Преданное служение действует так: если вы не возвышаетесь, не подниматесь вверх, вы будете падать вниз. You can't stay in one place. You have to move one way or the other. Вы не сможете оставаться в одном положении. Вы пойдете либо туда, либо сюда. If you're trying to make advancement, you will. As soon as you take it easy and start becoming lazy or lax or proud or whatever, you start going the other way. Если вы прилагаете усилия, вы будете прогрессировать, но как только вы начнете вы остановитесь, станете ленивыми и так далее, будете принимать это все как само собой разумеющееся, вы будете спускаться вниз. The deities there, just like turn a little, yeah, that's it. So the deities are not. Yeah. Надо повернуться, чтобы спиной к божествам не сидеть. Yeah. So yeah, we should be very conscious to not to take it easy, slow down. Поэтому мы должны быть очень осторожны в том, чтобы не принять все слишком дешево, да, и не останавливаться. There's a for advanced devotees, you know how they fall back? Знаете, как fall back means? There's a thing called ranga tarangini. Знаете, какая проблема для возвышенных преданных? Есть такая вещь, которая называется таранга рангини. Vishwanath Chakravarti Thakur talks about this contamination. Вишна Чакратакур говорит об этом осквернении. One is making a lot of advancement. Человек, он совершил серьезный прогресс. And then one starts to get position, facilities, followers, money. И начинает so many things come by way of that
advancement. И начинает получать положение, последовательней, славу, деньги. Столько много вещей приходит в результате этого прогресса. And one sees their advancement by these things. И человек начинает оценивать свой прогресс по этим вещам. Because these things are coming, I'm advanced. Так как эти вещи приходят, значит, я возвышенный. These are just gifts that come by way of Krishna's mercy in order to use in devotional service. Это все дары. Not the indication of advancement. Это все дары, которые приходят по милости Кришны, чтобы вы могли использовать это в служении Ему. Это не признак продвинутости. How do you tell a person is advanced or not? Как вы можете оценить, возвышенный человек или нет? But how much they're developing the qualities of a Vaishnava? Потому насколько он развивает качество Вайшнава. And how eager they are. For service. И насколько он стремится служить. These are real indicators, not by position, power, followers, whatever. These things may come. They also may indicate some advancement, but they're not the foundation to give what we say. Oh, because I have this, I'm advanced. Эти вещи, они могут приходить, это, они могут также быть каким-то как своего рода признаком возвышенного, но это не главное, не так, что мы должны считать, что вот эти вещи ко мне пришли, и теперь я уже возвышенный преданный. Advancement is how much you love Krishna. Возвышенный человек — это тот человек, который мы можем... The more you're attracted to Krishna, the more you love Krishna, and the more you serve Krishna. These are the indications of advancement. Оценить это свой прогресс можно потому, насколько вы любите Кришну, насколько вы привязаны к Нему, насколько вы стремитесь служить Ему. So sometimes people, they're in 20 years and they take it easy again, they slow down and therefore they get covered by illusion again. И да, бывает такое, что 20 лет прошло, и человек начинает расслабляться, принимать все слишком дешево, перестает прилагать усилия и опять погружается в иллюзию. I hope I didn't discourage you. Я надеюсь, я вас не разочаровал. Anything else? Yes, Prabhu. Еще вопрос есть, да? Громче, пожалуйста, не слышу. То есть это Кришна принимает только то служение, когда мы делаем, совершаем его в смиренном настроении. Если у нас нет смиренного настроения, что нам делать? Да? Правильно? Как настроиться на то, чтобы стать смиренным? You mentioned that Krishna accepts only service which is performed in the humble mood. When we realize that we are not humble and we should perform some service, how can we adjust our how can we change our consciousness? What can we do? Well, humble in the sense that I'm doing this on behalf of the mercy of my spiritual master. That's humility. Смирение — это значит то, что я делаю это ради своего духовного учителя и по милости духовного учителя. Это настоящее смирение. If we understand we're simply an instrument. Если мы понимаем, что мы просто инструмент, with the mercy of the Lord, everything is possible. Then when we offer service in that mood, then that's pleasing to Krishna. И по милости Господа все возможно, если мы служим в таком настроении, то это доставляет удовольствие Кришне. When we think we're the center, and everything evolves around me, then that blocks the mercy of the Lord, and therefore one cannot really offer pleasing service. Когда мы ставим себя в центр, мы считаем, что все крутится вокруг нас, это блокирует милость Господа, и поэтому наше служение, оно не доставляет удовольствия Господу. So we say all glories to my spiritual master, right? Как мы говорим, вся слава моему духовному учителю. Not like, well, 90% for him and 10% for me. Не так, 90% ему, а 10% мне. I gotta get something too. Мне тоже что-то надо получить.
So the idea of, you know, trying to gain something, what are we trying to gain? We're trying to gain pure, we're the love of God. Yeah, there's a motivation there. We want love of God. Когда мы говорим о том, что мы хотим что-то обрести, что мы хотим получить? Мы хотим получить милость Бога. Такова наша настоящая мотивация. We want to be free from bad qualities and personal motivations. Любовь к Богу. Мы хотим освободиться от каких-то личных мотивов и плохих качеств. So, therefore, we perform devotional service in that mood, just to please Krishna. И поэтому мы служим Кришне только ради того, чтобы доставить ему удовольствие в этом настроении. And please his devotees. И доставить удовольствие его преданным. That's humility. Это смирение. You know, sometimes we see humility as some external feature of one's character. That's also there. But sometimes, I mean, Arjuna was humble, but he was killing people. Да, мы смотрим, рассматриваем смирение как внешнее качество вот, характера человека. Да, это тоже может быть. Но Арджуна был смиренен, при этом он убивал людей. Because he was acting simply on the instructions of Krishna, and he had no personal motivation. That's why he was completely humble. Он был полностью смирен, потому что он действовал строго следуя наставлениям Кришны и не имея никаких каких-то личных интересов. Does that help? Помогает это, отвечает? Yes. No. Чуть громче просто. Я слышал все, чуть громче. Ага, то есть говорилось о том, что от Кришны происходит память, знание, забвение. Когда живое существо забывает о Кришне, это оно забывает или Кришна это устраивает, что оно забыло? Mm-hmm. Да? You mentioned that Krishna is the source of knowledge, remembrance and forgetfulness. Yeah. Well, Krishna fulfills your desire. That's all. Нет, просто Кришна исполняет ваше желание. Because you want to forget, he helps you. Если вы хотите забыть, он вам в этом помогает. But he doesn't. He says, "Manmana bhava mad bhakto." Always think of me. He's asking us what to do. He says, "Think of me." Но Кришна говорит нам, что надо делать. Он говорит, "Manmana bhava mad bhakto." Думай обо мне. But we want to think of something else. Но мы хотим думать о чем-то другом. And therefore you forget. И поэтому вы забываете. So you choose to forget by wanting to think of something else. И вот вы выбираете, делаете сами этот выбор, забыть о Кришне, желая думать о чем-то другом. It's your choice. Выбор за вами. You can't blame Krishna. Oh, I forgot you. It was your fault. Не можем обвинять Кришну. Я вот забыл о тебе, Кришна. Это твоя вина. Because I can't remember you. You made me forget you. Therefore, it's your fault I can't remember you. Я не могу тебя помнить. Это ты устроил так, что я тебя не помню. Поэтому это твоя вина. That doesn't work. Нет, так не работает. I had one when I was going to make a point. I forgot the point. See what happens. I just. Видите, я хотел что-то сказать и забыл об этом. Krishna made me forget. Это все Кришна, да? Виноват. I almost remembered it. Почти вспомнил же. Okay, he's got the point. Ну, вы поняли, да, в чем смысл? Oh, okay, I'll give you an example. Хорошо, вспомнил, я приведу вам пример. So you're here. Итак, вы находитесь здесь. And you want to go to the center of town. И вы хотите уйти в центр города. So you get in a cab and you tell the cab driver to take you there. И вы садитесь в машину, говорите водителю, куда вам надо ехать. And then when you get there, you say, "Why did you bring me here?" И вы приехали туда, и вы начинаете его упрекать. А почему ты меня сюда привез? Because you asked for it. Но вы же просили этого. The cab driver is the one who brought you there. Я привел туда, куда надо было привезти. But it was your desire. Но это было ваше желание. So, Krishna is simply fulfilling our desire. Таким образом, Кришна просто исполняет наше желание. It's not his fault. Это не его вина.
Another question? Yes. Как по-настоящему отдавать все заслуги, все плоды духовному учителю? Да, надо, было сказано, что надо так вот посвящать все духовному учителю. Достаточно ли просто, когда вечером мы ложимся спать, все ему предложить? Потому что есть тенденция к тому, чтобы самому наслаждаться. Да? All the time offer whatever we do to the spiritual master, because tendency of enjoyment is there. That's just simply a mood, that's all. Это просто настроение. You just try your best. Even if you forget to consciously offer it, but if you're in that mood of service, then that's fine. That's the same thing. Это настроение, даже если вы забыли вот так вот осознанно предложить это духовному учителю. Но это не так страшно, потому что главное, чтобы было правильное настроение. It's the same thing. I want to offer everything to Krishna through my spiritual master. And if you pray like that, then as you go on throughout the day, that mood will be there. Если вот вы молитесь вначале, я хочу предложить все Кришне через моего духовного учителя, и потом вот в течение дня вы это делаете, то настроение, оно будет присутствовать. But you can also pray. Но можем также молиться. No doubt it will help you. No question about that. It'll help. И несомнение в том, что это поможет, если вы так вот осознанно будете молиться. But a devotee is engaged in the service, and he tries to serve in the best possible way, praying to Krishna that, you know, make this service pleasing. That's all. Но преданный, он praying to the spiritual master. Он постоянно служит Кришне, постоянно молится, чтобы Кришна, пожалуйста, прими это служение, старается совершить это служение наилучшим образом, делает это через духовного учителя, и тогда это принимается. We may not pray constantly, but every once in a while we remember. Oh. Может быть, мы не можем молиться постоянно вот так вот, но если время от времени мы это вспоминаем, то это тоже работает. You can pray constantly, that's the best. Лучше, конечно, самое лучшее это, если вы будете молиться постоянно. So I'm just giving some concession, but ultimately a devotee is trying to do their best in every situation. That's all. Я как-то на такую ступку возможность там даю какой-то, если преданный старается изо всех сил, вот, то насколько у него получается, вот это вот принимается. And if you get some praise or something comes out, you just thank your spiritual master. И когда вас прославляют, когда какие-то заслуги приходят к вам, вы благодарите своего духовного учителя, что это все по его милости. That's all. Бхагавад-гите говорит, что преданные должны равно относиться к счастью и несчастью. А как преданные должны к счастью относиться? Радоваться? Да? Правильно, да? Должны ли? Должны ли быть преданные счастливыми, да? One should be equal and happy. So what's the question? Should devotee be ever happy? That's an instruction. Be happy. Да, таково наставление. Будьте счастливы. You can practice it. Вы можете практиковать вот такое настроение. Not like that. But anyway, the idea is you should know that you're on your path back home, back to Godhead. So there's a sense of happiness knowing you're on the path back to the spiritual world. Mm-hmm. So even if things are not going right, you can understand.
That's okay. I'm still on the path back home, going back home, back to Godhead. Вы можете так медитировать. Я на пути домой обратно к Богу, в духовный мир. И даже если что-то не получается, что-то идет не так, все равно будете счастливы, что все равно я на пути. Don't forget the goal, and then if you forget the goal, then you won't be happy. Не забывайте о цели. Если вы цель забудете, вот тогда вы будете несчастливы. If you think the goal is simply to get good prasadam. Если вы думаете, что цель это просто, чтобы у вас был хороший просад. That's not so bad, but it's not the goal. Это не слишком плохо, но это не цель. Keeps you moving towards the goal. По крайней мере, продолжайте двигаться к цели. But remember that, you know, happiness and distress will always be there. But it doesn't matter because I'm on the path back to the spiritual world. И помните о том, что да, счастье, страдания, они будут присутствовать, но это не так важно. Главное, чтобы я был на пути домой обратно в духовный мир. Then distress decreases and happiness, you know, manifests more. И тогда страдания будут уменьшаться, а счастье будет увеличиваться. And sometimes we tell devotees who are not happy. И иногда мы говорим преданным, которые несчастны. We say, "Be happy." Мы говорим им: "Будь счастлив." Be happy. Будь счастлив. I'm trying. Я пытаюсь, пытаюсь. Try harder. Больше пытайся. Happiness is an internal thing. It's not. It comes out, but you know, there's a story about one devotee in New Vrindavan. He was with Prabhupada. This was way back in the early 70s. He said to Prabhupada, Prabhupada, I have this picture of you, and when I show it to my friends, they say, "Oh, your spiritual master looks so unhappy." Как есть история, она еще в самые-самые ранние годы, там, встречается эта внутренняя вещь, там был один преданный, который пришел к Шри Прабхупаде и сказал ему: Шри Прабхупада, вот там есть один человек, я ему показал вашу фотографию, и он сказал, что твой духовный учитель, он такой несчастный. And I tell my friends, yes, he's very unhappy because in the world there's birth, death, disease, and old age. И я ответил своему другу: да, мой духовный учитель несчастен, потому что в этом мире есть рождение, старость, смерть и болезни. Prabhupada said, "Do you have that picture?" Prabhupada сказал: у тебя есть эта фотография? The devotee happened to have the picture on him, and it was Prabhupada when he took his sannyas. He was like. Это была фотография Прабхупады, когда он только принял саньяс и вот так вот с данды стоял. That was one of my happiest moments. И Прабхупада сказал, что это был один из самых счастливых моментов моей жизни. Can't tell sometimes when a devotee is happy or not because they may not exhibit it externally. Поэтому трудно сказать, счастлив преданный или несчастный, потому что внешне может это не проявлять. Его счастье внутри. It comes out too. И иногда оно пробуждает, проявляется внешне. Are you happy? Вы счастливы вообще? Okay. Good. Хорошо. If you're happy, you make other people happy. Если вы счастливы, вы сделаете счастливым других. Automatically. Автоматически. Good preaching. Это хорошая проповедь. Yes. То есть иногда бывают моменты, когда ты пропускаешь санхи, в котором нужно читать гайдри, я правильно понял, да? И потом вот надо их как бы дочитывать, а вечером уже спать хочется, устал, и лучше их на утро перенести или все-таки вечером дочитывать, да? Правильно, да? Или утром сразу все остальные? Сразу все три, да, то есть ты дневные имеется в виду, дневную и вечернюю, да? Ага.
to transfer them, to move them to the morning time and in the morning chant three together, or it's better to just finish them? As far as I understand, that if you miss morning Gayatri, if you miss afternoon Gayatri, then evening Gayatri you're supposed to do, make those up. You miss two, you do three in the evening. I've never heard if you miss evening Gayatri, you can do it the next day. Насколько я понимаю, если вы пропустили утреннюю, дневную гайтри, то тогда вам нужно вечером все три прочитать. Я никогда не слышал того, что если вы пропустили вечернюю гайтри, вы должны, можете ее прочитать утром в следующий день. Yeah. I've never heard it, nor never read it. I know you can make them up in the evening, but when the evening seems to be the one that is the makeup one, not the one you can make up the next day. Seems like once the day is over. I'm not sure. I can't give a clear answer on that one. Я не могу точно просто ответить, потому что я сам лично не читал об этом, но ну как бы как я понимаю, да, что вот вечером, именно вечером нужно все дочитывать, а не на следующий день утром. Yeah, but try your best not to. I mean, sometimes we miss it because, you know, we get in late from a program or something or whatever reason. I even do it late. Sometimes, even though it's really late, because I don't want to miss that light and last one. То есть бывает такое, что да, мы на программе где-то, мы поздно вечером приезжаем уже, и ну как бы тяжело, но все равно я стараюсь все-таки дочитывать это вечером, не хочу пропускать их. Do your best, even if you're tired and it's late, still do your last Gayatri. Старайтесь изо всех сил, даже если вы уставшие, все равно закончите Гайтри последние свои. Better not to push it off to the next day. Лучше не переносить их на следующий день. Okay. Mataji? Нет, я. Lady has a question. Да, пожалуйста. Если мы практикуем сознание Кришны, и наши родственники несчастны от этого, значит ли то, что мы недостаточно счастливы? Да, то есть, что делать с этим, да? When we practice Krishna consciousness, and sometimes our relatives, they are not happy with us. Does it mean that we are not happy enough, and what can we do in this case? Give them some prasadam. Угостить их прасадом. Everybody becomes happy when they get prasadam. Каждый счастлив, когда им дают просад. It's a common thing with devotees. They have relatives that are not favorable. Это да, это часто происходит, что у преданных есть родственники, которым это не нравится, что преданные. You know, you just have to do your best. Ну, надо просто делать все, что в ваших силах. And sometimes we avoid that. Иногда избегать их. If you can do something, you usually give them prasadam. That's where they really start becoming favorable when they get prasadam. Если что-то можно сделать, то, ну, обычно это дать им просад, потому что когда им дают просад, они обычно меняют свои отношения. Sometimes relatives become favorable when they see their children becoming good people by becoming devotees. Часто родственники они меняют свои отношения к сознанию Кришны, когда видят то, что их дети они становятся не просто хорошими преданными, а хорошими людьми. Any advancement you make, they also get some benefit for that. И весь прогресс, который вы совершаете, они от этого тоже получают благо. Your spiritual advancement will also help them become a little purified, although they may not recognize it, they're getting some mercy. Если вы духовно прогрессируете, то так как они связаны с вами, то они от этого тоже получают милость, хотя сами они могут это не признать, не увидеть. Yeah, Prahlad Maharaj's father wasn't so favorable. Отец Прохлада Махараджа был не слишком благоприятно настроен к его служению. We don't recommend you kill them, though. Я, конечно, не рекомендую вам убивать своих родителей. Just kill their consciousness by giving them prasadam if you can. Убивайте их демоническое сознание, давая им прасад.
You have to do your best. It's not an easy thing. Это не просто, но старайтесь изо всех сил, что в ваших силах делать. Anything else? А еще какие-то вопросы есть? Yes. Да, пожалуйста. То есть, когда мы чувствуем, что мы зависим, как бы надо отдать все заслуги, да, кому-то передать служение, и это связующая цепочка для духовного учителя. И часто у нас тенденция такая, что сразу к Кришне обращаться, Прабхупаде, а гуру забывать. И как нам быть в этой ситуации? Правильно, да? Да. It's just a feature of knowledge. You just know you can't offer anything to Krishna directly. Krishna doesn't accept anything directly from a person who is not a pure devotee. Это вопрос знания. Вы должны осознавать то, что вы не можете Кришне что-то передать, и не можете Кришна не примет что-то от того, кто не является чистым преданным. But Krishna is accepting our impure offering through the offering of the pure devotee. So when you offer to Krishna, it's actually Prabhupada's offering it, or your spiritual master is offering it on your behalf. И поэтому, когда мы, у нас наше служение, оно нечисто, вы можете предложить его Кришне только тогда, когда предлагаете его через духовного учителя. И именно поэтому не вы Кришне служите, а Шри Прабхупада или ваш духовный учитель передает Кришне это служение. Krishna doesn't accept anything but pure devotional service. Кришна не принимает ничего, кроме чистого преданного служения. So our, the mercy is we're able to offer mixed devotional service through our spiritual Master. И вот милость к нам такова, что мы можем предложить наше смешанное, такое нечистое преданное служение Кришне через духовного учителя. You just have to be aware of that, that's all. И вот вопрос в том, чтобы мы осознавали это. Guru Mukha Padma Vakya Chitete Kariya Akya Ana Kariya Manayas. The mercy of the spiritual master is my life. В этом баджане мы поем «Милость духовного учителя – это моя жизнь». Это мое, само мое бытие. Это все, что у меня есть. Что у меня есть вообще? У меня есть только его милость. И это моя квалификация. Если мы forget that, and we think that Krishna's pleased by our material qualifications, then we start acting in a way that I'm just, you know, it's I'm doing it. Если вы забудете об этом и будете считать, что Кришна принимает какие-то мои материальные качества, то вы будете считать, что я действующий, я все делаю. This is the process of mercy. Но это процесс милости. Take the mercy and develop and then make wonderful service by the getting that mercy. That's all. Получите эту милость, развивайте ее и с помощью этой милости совершайте замечательное служение в этом Krishna will give you the credit. А Кришна заслуги отдаст вам. And your spiritual master will also give you the credit. И ваш духовный учитель заслуги тоже вам отдаст. But we know it's their mercy that makes everything Но мы понимаем то, что мы добились успеха по их милости. Вот сложно, вот все понятно, но сложно каждую минуту, каждую секунду вот так вот в таком настроении находиться, да? И как быть?
understand that he says, but it's difficult to every moment, every minute. You don't have to worry about it every moment. Не беспокойтесь о том, чтобы каждое мгновение об этом. Remember it once in a while. Но если время от времени вы можете об этом вспоминать, это нормально. If you forget it for a long time, that's a problem. Проблема будет, когда вы забудете об этом на долгое время. Usually, when we do some service that's difficult, then we start to pray, right? Обычно, когда у нас есть какое-то сложное служение, вот тогда мы начинаем молиться. Routine day-to-day service we just do. We don't really pray so much. We just do it, right? Такое обыденное служение мы просто совершаем его, мы не слишком молимся при этом. And that's fine. И это нормально. Well, you should always remember it's the mercy of the spiritual master. Но мы должны всегда помнить, что все это милость духовного учителя. Yes, я прашада, Бхагават прашадо, yes, я прашадан, нагати кутопи. That prayer we sing every day. Каждое утро мы возносим эту молитву. Okay. Once in a while, remember. То есть иногда вспоминать, время от времени. The more you remember, the better it is. И чем больше вы помните, тем лучше будет для вас. More questions? Еще вопрос есть? То есть, с одной стороны, мы не должны видеть никаких плохих качеств, быть в смиренном состоянии, видя только хорошие качества. С другой стороны, эти качества, они перечислены здесь. И как же нам их не видеть? На основе этих качеств мы должны принимать решение, общаться или не общаться. Матаджи is laughing. Матаджи смеется. Okay. What am I supposed to do? We have a whole list of what? Well, of bad qualities which we have to see. You see, but you can see, you can't help seeing those bad qualities. Но вы не можете не видеть эти плохие качества. They're not so important. Just forget about them. Да не так важно. Мы должны забыть о них. Just overlook them. Просто, ну, как бы пропускайте их. I mean, to say I don't see any bad qualities means you're a pure devotee on the highest platform. Если сказать, что вы не видите никаких плохих качеств, это значит то, что я уже чисто предан на высшем уровне. But generally we see bad qualities. I mean, in order to preach, you have to make a distinction between what is right and what is wrong, what is Krishna consciousness, what is Maya. Обычно, когда мы видим, обычно мы видим плохие качества, и человек, который является проповедником, он должен видеть хорошее и плохое для того, чтобы проводить границу между Кришной и Майей. Like a doctor. If a patient comes to the doctor, and the doctor says, oh, you're sick. Well, that's why I came to you, because I'm sick. И как пациент приходит к врачу, и врач смотрит на него и говорит, о, вы заболели. И пациент говорит, да-да-да, именно поэтому я пришел к вам, потому что я заболел. The doctor doesn't say, oh, you're sick. That's... No, he's trying to help the person become cured, that's all. Не так, что врач говорит, посмотри, только посмотри, ты заболел. Нет, он говорит, он должен пытаться помочь человеку выздороветь, в этом его предназначении. So devotee may see bad qualities or negative qualities, but he doesn't make a big thing out of it, he forgets it, he tries to help. If he can help, if he just can't help, then he just doesn't criticize, that's all. И преданный, он может видеть эти плохие качества, но если он видит их, он пытается помочь человеку. Если он не может помочь, он просто не критикует его. They say, if you want to change yourself, you want to change others, change yourself. Как говорится, что если вы хотите изменить других, поменяйте само себя. It's a good way to change others. Это очень хороший метод того, как менять других. Because as you change, you see people differently. Потому что когда вы изменитесь, вы посмотрите на людей совсем по-другому. We're not fools that we just don't see the negative.
We just don't give it so much importance, or if we can help to make it positive, then that's to our credit. Мы не глупцы в том, что мы вообще закрываем глаза, не видим ничего плохого. Нет, мы просто не считаем их слишком чем-то слишком важным. И если мы можем помочь людям измениться, то благодаря этому мы получим все заслуги. Lord Chaitanya says, "I give my full mercy to a devotee who does two things." Господь Чайтанья сказал, что я дам всю свою милость преданному, который будет делать две вещи. Who chants the holy names of the Lord, кто повторяет святое имя Господа and doesn't find fault with others. И не ищет недостатков в других. So that devotee is a dosha darshi. Dosha means fault, a darshi means to see. Adosha darshi means one who does not see the faults of others. Как говорится, что преданный он адоша дарши. Дарши значит видеть, и доша значит недостатки. Адоша дарши значит тот, кто не видит никаких недостатков. Even if there is some faults, it's not so important. И даже если недостатки есть, то это не так важно. I mean, if somebody's a murderer, I mean that's different. Ну, конечно, если кто-то убийца, то это другой случай. Then he should be punished, but if there's a little, these little things that are negative qualities, we just, it's not so important. Но если, тогда его нужно наказать, но если у человека какие-то небольшие, там, плохие качества есть, это не так важно. Practice. Практикуйте, пытайтесь. So. If you like to find faults, then just, Prabhupada said, then you can just find fault in yourself. Если вам нравится находить недостатки, как Прабхупада сказал, ищите их в самом себе. There's some people who just love to find faults. They can't help it. Как люди есть, которым буквально нравится искать недостатки, вы им не можете помочь. Find faults in yourself and you'll have a тогда скажите им, ищите недостатки в самом себе, и у вас будет занятие на весь день. If we do it that way, then we can still find faults. Если вы так вот мы делаете, вы действуете, то тогда вы все равно можете продолжать находить недостатки. And then we can make some progress by finding faults with ourselves. Но благодаря тому, что вы находите недостатки в самом себе, вы будете прогрессировать. It's easy. Это просто. We think we're so great, right? Правда же, мы считаем себя такими великими. And we do the stupidest things. И из этого совершаем самые глупые вещи. I think I did a few stupid things already today. I'm trying to think which ones. Я вот пытаюсь вспомнить. Я уже, наверное, сегодня сделал несколько таких глупых вещей. Я хочу вспомнить, какая была первая. His life is like that. Жизнь такова вот. Это жизнь, как говорится. So you get the point? Вы поняли, да? Yeah. Well, you're a lot. If you're always a person who's finding faults in others, they're never happy. Если люди они ищут недостатки в других, они никогда не счастны. Никогда. There's a kind of a person in the world who we call him the do-gooder. The do-gooder. He's the one who wants to do good for the world. Есть какие целые категории людей, которые пытаются сделать хорошие вещи для всего человечества. So his program is to make the world better by, you know, getting rid of all the bad people in the world. И поэтому вот как есть такая программа сделать мир лучше тем, чтобы избавиться от всех плохих людей, которые есть в этом мире. But because he's always thinking about bad qualities, he starts to assimilate those qualities himself, and he also becomes polluted by the same bad qualities that he's trying to get rid of. Но так как человек начинает медитировать на эти плохие качества, от которых он хочет избавить весь мир, то эти качества, они входят в него, он сам приобретает эти качества и становится сам таким же. So focus on the positive and the negative goes. Поэтому концентрируйтесь на позитивных вещах, и негативные тогда уйдут. Okay, so we move on to breakfast. Давайте мы сейчас перейдем плавно в завтрак. So you asked the first question and the last question. Итак, вы задали первый вопрос и последний вопрос. Thank you for beginning and ending our question session. Спасибо за то, что вы начали эту серию вопросов-ответов и закончили ее.
Сила Прабхупад ки. Гор Преманандэ. Хари Хари. Ева святейший Шрила Чандрамоуни с вами Махараджа ки.